у меня целая эпопея была с этой машины. Вот эта подушка, которая стоит, где крепит двигатель. Сейчас я положу ее. Человек приехал с Киева без году неделя. Ну серьезно. И уже что-то ему не понравилось в этой машине. Кстати, ну вот, посмотрите, интерьер. Мне нравится. А вот бэк я сперва как бы так-сяк. Теперь ничего. Я на ней приехал. Вчера очень много я на ней ездил. Потому что надо было его отвезти. Действительно, какая-то. Ему не понравилась эта вибрация. Немножечко она возникает, ее нужно поймать. Но человек настолько щепетильный, настолько заботился этим, что я подумал, ну что, блин, ну катался бы и катался. Нет. Он, короче, приехал ко мне. Я говорю, ну давай будем смотреть, наверное, говорю, что эти наконечники, шаровые, тяги, вся вот эта фигня, вся фигня. А потом старшие товарищи мне помогли, говорят, ты подними, а может быть это надо подушки посмотреть. Я про них вообще не подумал, про подушки. И, соответственно, удивлен был, а потом смотрю, она же ее не видно, когда она стоит. Вот. А потом вы видели, да, как она развалилась. Сейчас мы поднимем капотик. Вот. Вот она, эта подушка. Вот она. Вот пальцем показываю. Я на нее смотрел, трещины. Потом взял, она, давай выкручу. Она у меня развалилась в руках. Ну, то есть, соответственно, наверное, возможно, у нас и эти подушки в таком же состоянии. Тут еще две. И одна на, того четыре. Вот так вот. Ну, вообще, вот этот ролик ходит ходуном. Надо вот это все менять. Вот тут раз, два, три. И весь этот ремень надо бы поменять. Вот. И цепь надо бы поменять. Но все это встает в 1000-1500 с работой 2. Короче, вот такая цветомузыка. Вот. Ну, а с этой машины, что я там покрасил, все это фигня. Не попал я в тон, естественно. Вот. Это уже с лаком. Лак надо шлифовать. Короче, заказал я эту красивую наклейку большую, весь капот с таким тигрой. Ну, или пантерой. Ну, вот это тоже моя работа. Надо помыть еще хорошенько. И, соответственно, все. На этом пока все. Прибыл я на Икею. Да что-то с одеяло надо купить. Холодно. Что не договорил с этой Субару. Ну я вчера не прокатился, 2,5 литра. Сперва едет ничего, а потом вздыхает, конечно. Но моя пободрее будет, так скажем. Ну вот так вот. Они не любят такие, американцы не любят, тема такая. Короче, пошел слух, не знаю, распространяется он кем-то платными какими-то, или что, что он все ломается, все плохое, все еще что-то. Но когда я привожу какие-то вещи здесь, они так злятся, что ты такой дешевый купил? Что-то, я говорю, ну вот матрас купил в 10 раз дешевле, вот кровать купил в 10 раз дешевле. А они, ну покупать такое мрачное средневековье вообще. Какие-то огромные, непонятные, загроможденные какие-то кровати. Какие-то вампиры, как это, Людовика XIV, какие-то тумбочки. Что-то какой-то ужас просто. Какой-то ужас. Ну вот я говорю, мне, ребята, Икея есть Икея. Беру Икею, наслаждаюсь Икею. Матрас не вечный, полежал, выкинул. Кровать держится. Короче, все прекрасно. Раньше, когда я ездил в Америку, ну, нету, короче, GPS, вот этого вот, путеводителя, так скажем, и было очень трудно. Но сейчас я вообще не понимаю, вот, как прибывают люди. Сейчас это такое подспорье, приехал, куда хочешь, она тебе покажет полосы, она тебе покажет повороты. Вообще чудо чудное. Вот за эту, конечно, надо Америку вообще боготворить и превозносить. Это же весь мир пользуется.
Это такая удобная вещь, ну просто не хватает слов. Нормальный телефон, и все, и будет у тебя счастье. Тебе не надо думать, тебе не надо нарушать, тебе не надо... ну, короче, ты как рыба в воде в каждом городе. Куда хочешь, пошел. Где хочешь, вернулся, блин. Вообще классная вещь. Вообще, помощь иммигранту. Мигранты оценят это со страшной силой. Ну, сейчас все, наверное. Потому что вот эти развязки там, черт ногу сломит. Куда что поворачивать? Видите, Hyundai, Kia, они начали, ну, не знаю, что они там, какие кальяны им раздают, начали делать вот такой дизайн машин. Ну, в смысле, что такое какой-то модерн новый, какой-то еще что-то. Ну, ну, внутри-то как было говно, так и осталось. Понимаете? Ничего там хорошего нет в этих корейских автомобилях. Да, двигателя плохие. Ну, может, что-то они перенимают у BMW, может быть, что-то. Но сам... Говорят, что двигатель умер. А вы знаете, вот этот вот трехтактный Porsche анонсировала, что там... значит, солнечная передача стоит, сателлитно-солнечная, ну, где работает этот коленвал. И у нее разные такты. То больше, то меньше ход поршня. И, соответственно, на 30% больше у нее эффективность у этого двигателя. Вот, а смотрите, блин. Вот. Хотел бы я электричку, ну, люди мечтают об электричке просто потому, что они мечтают. Ну, как, я не говорю, что это так дедушка или бабушка, которые там с кнопочным телефоном любят ходить. Но, понимаете, в чем дело? Вот позавчера или когда там град побил все там тысячи квадратных метров солнечных батарей в Калифорнии. И все они потом сейчас пойдут на свалку. Причем они занимают не пустыню, а угодные территории под эту гадость. В чем прикол? То есть они портят природу, и еще вдобавок они еще, как это сказать, она не работает. Вот так это можно сказать. Люди, опомнитесь, очнитесь, как говорят. Очнитесь, что вы творите? Ладно, пошел в Икею. Полюбили вот эти гранитные, мне не нравятся, какие-то фиговые, и у них получается вот это вот раковина подставляется снизу, а здесь она как бы сверху. Когда она снизу, там образуется такая грязь, что вымыть оттуда очень трудно. Но здесь тоже может что-то затекать туда, да, протекать. Вот что лучше, не знаю. Я бы такие поверхности неприятно, они вот теплые, начинаешь на ощупь. В принципе, они долгоживущие, я не знаю. Везде ставят эти граниты, а он такой тяжелый, такой дорогой, так трудно его производить. Ну, это более-менее в таком министерском стиле. Вот это вот нравится мне. Я говорю, под их дизайном глаз вытекает, ну, что в домах ставят. Это же более-менее. Это кожаный диван, мне нравится, а то садишься, прям утопаешь в нем. Мне не нравится. А здесь он в меру мягкий, в меру он жесткий. Мне нравится. Вообще я такой, конечно, не знаю. Почему-то не знаю. Хочется такое делать. Фиг его знает. Ну, потому что мне вот эти вот, вот эти мне не нравятся. А он такой вот. Какой-то вот между-между. Классно. Там дедушкин дизайн, пожалуйста. Несочетаемая вот такая столешница, и вот она уже такая холодноватая немножко, и вот эти вот, и это фасады, это как это наше все, блин, это американское все, блин, эти фасады. В чем предназначение вот этого? Это чтобы красивую посуду показывать кому, блин? Или чтобы увидеть, что там стоит, и самому брать. Вот зачем прозрачные полочки? Вот это я называю бабушкин, как это, сервант. Что это? Что это значит? Потому что я как увидел, я рассмеялся. Я до сих пор смеюсь. Это американские ребята стиль, блин. Я такое видел уже.
Это все, это не победить, понимаешь? Я в них сяду даже. Это я не знаю, что это. Неудобно. Я не знаю. Я не понимаю, что это такое. Очень рекомендую. И ноги можно поставить. И, соответственно, и посуду действительно можно поставить. И вот так вот ноги потом убрал. И нормально. И она не мешает. И вроде как столик. Вообще классно. Потому что у меня были столики, они стеклянная у них поверхность. Все равно ставишь ноги. Неудобно. А это вот решение всех проблем. Офигеть. Мне нравится. Понимаю. Вот в чем суть вот этого? Ну вот как ты будешь вот так сидеть? Это что, сейчас все комнаты рабочие. Вот как сидишь за столом, там компьютер, телевизор, большой-большой-большой дисплей. Либо ты лег спать. Что вот это для чего? Ты не будешь. Либо вот у тебя, если смотреть кино, тоже огромный. Огромный экран и хороший диван. Другого не дано. А вот эти кресла, для чего они? Ты либо работаешь, либо отдыхаешь. А это что ты делаешь? Чаепитие вы устроили? Как обычно. Ну, может быть, какое-то деловое встреча. Детей приучают, что ты с малолетства уже. Как это? Ну, это... Ну, это тоже, это позапрошлый век. Я думаю, что 1800 каком-то году такое. Ну, не как целиком, а где-то можно вставлять. Раньше не было. Профилирование. Мне понравилось. Приятная такая вещь. Бамбука я еще не знаю. И ну такой вот. По высоте можно регулировать, как понимаю. И вообще классно. Что такое? Что это за ручка? Ух ты, твою же мать! Видели, что происходит? Офигеть! Охренеть! Крутая вещь! Вообще! Это мне понравилось здесь. Вот оно как раз таки и под локоть хорошо, и вообще вот это вот. Классная вот эта тема. А здесь что? Тоже поднимается. Короче, сейчас все электрическое стало. Охренеть. Советую, друзья, вот это я советую, конечно. Идите так, пожалуйста, так. Сейчас все поголовно это делают. Шок, так, хорошо. Расцветки могут быть другие, но это очень их ломает, почем зря, блин, они тяжелые, как собаки. И ты не можешь все это как бы сам разобрать и собрать. Человек это не подымет, блин, вообще один это никак. Я не знаю, с женой не подымет. Ноги все на ногу упадет, блин. И на два этажа вниз все это проломит. Но если это настоящее. Это, я знаю, что когда настоящее, она очень тяжелая. Что вам нравится? Мне больше таких нравится. Наборный. Прекрасный. Нужно работать. Чем вот это вот. Вот это вот все. Вот это вот все. Ну, даже цену не пишут, потому что Square Fit. $75 Square Fit. Чего хорошее? Можно углы сделать, да. Но это они не могут все цену сделать. Цену дешев. Но они должны подгонять. Как людям дать работу и куда-то вложить деньги, передать это все по наследству потом. На 100 лет может быть. Вот надо бы, конечно, ну это, конечно, лучше предохранение. Ничего не буду набирать, потом Маша все будет. Не будет чем заняться хоть. Вот это всякое хранилище. Короче, не кончу, я набрал себе коврика, наконец-таки одеяло,
соответственно, эти твин покрывала, там все по 14, по 15 долларов. Так все же столько, блядь. Но это надо обязательно. Наконец-то я оторвался, это здесь плохо. Такого говна я еще ни разу не видел. Что это такое? Что же там проступило что-то? Или цемента не вложили? Что это такое? Это капец. Ну ладно. Вентилятор, так вентилятор. Воды не так много. Сходил я в Икею, вот 70 в 1 бакс, ну, вот это вот все набрал. Сейчас вспомнил, мне же там типа лояльности, где-то мой должен быть этот, как он, напиток. Я же не пошел, где мой горячий напиток, кофе с булочкой, блин, бесплатный. Как бы в поддержку моей лояльности, где это все. Не буду сейчас уже заморачиваться. Короче, денек хороший мне сегодня. Да, сына, конечно, по пище, это, конечно, что-то. Вот это вот, кстати, вот эта роботная тема, я уже понял, что ну, нормально. Ну, пускай он там лазит себе целый день, что-то там большие крошки не подметает. Не в каждый же ты угол будешь подлазить. А вот эту пыль собрать, тема хорошая, хорошая тема. Только вот цены такие. Ну, у нас он лазил. Что-то всем надоело. Я считаю, что в доме, если хорошее покрытие, пускай лазит. Хорошая тема. Неделик вот точно. 3000 сгорел этот компрессор. А мне что-то нравился. Офигеть, это вот эти выдвигающиеся ящики. Охрененная, блин. И вот здесь вот прозрачная вот эта вот фигня. И она, блин, должна открываться. По сути. А, там не такое, блин. Там еще вот сюда можно было что-то сложить. Не знаю. Ну, короче, вот так вот. Видите, не совсем. Или как-то наоборот. Ну-ка. Подожди, я вот открываю. А, во. Нет, он такой же. Вот он сразу открывается, либо я нажал на эту кнопку долбаную. Вот так нажимаешь кнопку, вот так открывается. И там еще в глубине все. Он хороший, но только он сгорел. Я предлагал всем сделать компрессор, восстановить, ну что-то никто не как согласие заинтересовало меня. Примерно нужно. Ну, сайсы выходишь. Что-то я слышал какую-то гадость. Прикольная вещь, наверное. А, где, видимо, что-то послушать можно. Классно, видимо, усилители, кто ценители звука, блин. Офигеть. Проигрыватель хороший, видимо. Ну да, кевларовая вся фигня. 4000. Это такие средние цены. Denon 3000. Что-то я не вижу. Здесь Yamaha, да? Это все. Ну, такой все. Бюджетный вариант, так скажем. Ну, такой экран. В принципе, не люблю я высокозаквадратные экраны. У меня в доме был такой же экранчик. Ну, я не люблю задраты. Вот на уровне должен быть, на уровне вот так. Ну, что нам смотреть, Вера? Что интересного? Ну, не знаю. Это Эпсон. Так проектор показывает. Это проектор. 3000. Клипши понравились. Мне вот эти клипши понравились. Но не дорого, 500 баксов. Вообще приличная техника. 500 баксов дорого. Здесь что-то еще такое. JBL. Ну, надо послушать. Так. Ну, эти клипши все. Личная техника. Вот толстый, шире. Тяжелый очень. Не понравился. 800 я только видал. Вот 850. Ну, это же full frame. Стоит.
Так. Да, 2000 он стоит. Нормально он стоит. Что-то он думал 400, что-то не то. Здесь 1000, но это без. Это не то. Давайте посмотрим еще. Интересное, да? Бесплатно.